Легендарная пища греческих богов. Это в мифологии амброзия, эликсир молодости и бессмертия. А в жизни трава, которая не дает людям покоя. Валерий Паньков перед дурманящим растением устоял, еще и всех вокруг от него защищает. Цель, как у терминатора, найти и уничтожить. Сосед у меня постоянно просит ее скосить. Я ее кошу, потому что он сам не может, потому что болеет от нее. И жена тоже так же. Но я уничтожаю, как могу. Середина августа – самая благоприятная пора для роста амброзии. Высокая влажность и умеренная температура воздуха – вредные растения распускаются во всей красе. Чтобы проявилась аллергическая реакция, достаточно нескольких зерен амброзии. Это один из сильнейших аллергенов. У людей с повышенной чувствительностью к этой траве не получится вот так вот запросто держать ее в руках. Заброшенные территории и стройплощадки. Здесь кусты амброзии превращаются в заросли. Растения, которые портят самарцам жизнь, косят везде. Так и дышится легче, и облик города сорняк не портит. В принципе, покос поддорожных газонов он ведется постоянно, когда растительность достигает определенного размера, высоты. То есть, но если в предыдущий период основная растительность была трава, вот, то сейчас интенсивный рост к амброзии пошел. Можно сказать, что мы основной упор делаем именно на скошение амброзии. С дурманящей травой в Самаре не церемонится. Лучший способ борьбы с неприметным снаружи, но опасным внутри растением, как только появится, рубить на корню. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.